Просто выбросить мусор недостаточно, его нужно еще и правильно утилизировать. С 2018 года Мордовия участвует в федеральной экологической программе «Школа утилизации электроника». За последние 5 лет в республике к ней присоединилось более 450 организаций самого разного профиля. Благодаря этому ежегодно удается не допускать выброса как минимум 1500 тонн потенциально опасных для экологии отходов. Мордовия из ближайших регионов показывает стабильно лучший результат. Пока федеральные итоги подводить рано, но предыдущие 3 года Мордовия была в призерах Российской Федерации всегда. Залог, собственно говоря, этого результата, по моему мнению, для республики – это эффективное взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных организаций, волонтерских движений. Помимо этого, вот уже 3-й год подряд проходит чемпионат республики по распайке компьютерных плат. В этом году в соревновании приняли участие студенты вузов и средних специальных учебных заведений Саранска. Их наставники отмечают, чемпионат для молодежи – отличная возможность попасть в среду единомышленников, отточить навыки, а главное – убедиться на личном опыте, что республика в них нуждается. Мы уже 3-й год участвуем, и всегда студентам интересно попробовать свои силы. Вот. Плюс к этому они тренируют свои, ну, скажем так, профессиональные навыки по работе с... при производстве демонтажа, то есть элементов. Учащимся предстояла не самая простая задача. За 15 минут нужно было распаять как можно больше деталей. Процесс кропотливый, волнение и спешка могут привести к ошибкам. Участники обжигались об паяльник, пинцет в самый неподходящий момент выскальзывало, некоторые детали и вовсе улетали со стола. Однако настроение это не испортило. Всех вела воля к победе и спортивный азарт. Очень понравилась, очень хорошая организация. Организация действительно на высоте, все проходило быстро, интересно и увлекательно. Бывает сложно, в зависимости от платы, опять же. Бывают СМД-компоненты, бывают ПТАШ-компоненты, также бывает на платах лак. В прошлом году я заняла 1-е место, я была единственной девочкой на этом конкурсе, в этот раз нас побольше. По итогам чемпионата лучшими стали студенты МГУ имени Огарева. В общей сложности молодые люди за 15 минут смогли распаять около 300 деталей. Кристина Стомина, Александр Овчинников. Народные новости.